Огромная серебристая арка появилась у Центрального городского парка в Красноярске. Это новый вход, который обещали закончить как раз перед Новым годом. Арка выполнена из алюминия. Высоту она достигает 5,5 метров, а в длину 18. Рабочие демонтировали часть старого забора и установили новые кованые элементы. Это только первый этап масштабного благоустройства парка, но горожане его уже оценили. Красиво, да, красиво. О, ворота, да, вижу новые эти ворота у вас поменялись. Красиво, очень хорошо. Они немножко серые, что-то, ну, может, разноцветное такое, может, блестящее что-то. Вот чтобы призывало, наоборот, к тому, чтобы люди хотели туда идти. Начал реорганизовываться парк и прочее. Ну, хорошо, посмотрим, что будет дальше.